В общем, вопрос такой, загадка, в какой я стране нахожусь. Здесь я впервые, еще пока ни разу не был. И, в принципе, думаю, что я немного потерял от того, что я здесь не был ни разу. Виды такие довольно обычные виды. Пешеходный переход. Дома такие. Это такие здесь замечательные дороги. В общем, груз у меня там кое-как стоит. Мешки огромные, по тонна 1,2 тонны, один мешок. Мешки с рисом. У меня они завалились, блин, на бок. Я их машиной вытягивал, чтобы поставить более-менее вертикально. Сейчас я еду вообще 30 км в час, 40 по таким неровностям, чтобы не прокинулись мешки. А то они на один бок заваливаются, машина перекашивает прицеп. Такое ощущение, что она сейчас перекулится нахрен. Вот прикольная надпись. Слово на английском языке «позор». Я не знаю, правда, что она обозначает. Надо будет посмотреть. Позор. Ну, в общем, как-то так. Попробуйте угадать. Такие вот мешки. Они на одну сторону были, облокотились сзади. Я их стянул, был неправильно. Просто лямки такие перекинул. И они переехали на одну сторону. Надо было перекидываясь по паре, те два крепить к этому борту, а эти два крепить к тому борту. В общем, какие-то подсказки. Что это за город? Остановился, чтобы проверить, не сместились ли опять мешки. Они нормальные, только вот спереди один мешок был. Он на бок упал, сейчас лежит на бортах. И все остальные нормальные. Теперь вот меня выгружают мешки мои. Вот один, который завалился. Надо будет поднимать его. В общем, я помогаю продевать петли погрузчика, а он их увозит. Так вот. Моя роль небольшая в этом деле, но ответственная. Вот отверстие, которое я сделал. Два отверстия с двух сторон. Которые я сделал, когда равнял мешки. Немножко рассыпал риса. Эй, горы, салбочки, горы, столы, ночки. Нехси я закрашем огня до паёчки.